засадить, блядь. Теплый, нет? Миш, знаешь еще что? Поставить капот на него надо. Ну перед открывать. Вот так заводится. Зажигание? Ну, блядь, аккумуляторы, блядь, заебись крутит нахуй. А почему тогда? Это зажигание, как и на машине. Этот мы грели, 2 часа он стоял, там градусов 50 или 60. Больше 40. Да, ну это китайский 40 показывают, а на самом деле больше. А этот не грели. А вот этот не грели, сейчас посмотрим. Где-то 10 было. А этот вообще не грели. Этот на 24, этот на 12. Вот тебе и разница. Объем аккумуляторов один и тот же, подсоединены по-разному. Ага. А 88 ампер, да? А как 2 сотых-то? На них написано китайских 2 сотых, а по выходу они 88-е, 90-е. И такие же, как и здесь стоят. Дверь закрой! Здесь польский подогрев, ну я уже показывал и там, и вот так вот они заводятся. Этот 40 подогретый. Планку закрутили. Механ. Давай. Да. Ну, здесь прям видно, что он весь отошел, он горячий надо. Сейчас попробуем вдвоем съездить там за это, дорогу пробью, а он начнет по одному вывозить рулону. А это так завели для показухи. Сюда надо отвал вешать, тогда проехать не сможем. И заводится он. Разобраться надо. Это у нас с отвалом, но утром уже заводили. Мозги парит. Солярка мерзнет. Сделали его второй. Бак обратку. Его со второго качается, этого нет. Поменяли фильтр на всякий случай. Осенью же ни хрена не меняли. Бим, поехали. Сейчас покажу, как заводится. Да что показывает, он уже нагрет. Бим, поедешь, нет? Два. Сейчас. Бим, поехали.
Я вчера соляркой все руки-то, перчатки испалил. Так что вот так. У нас поворотник даже заработал. Прокатились до поля. Прогреб к сену дорогу, потому что не прихвативший уже большие сугробы. И этот земля сырая, не промерзла. Думаю, прогребу. Да хоть этот потом подморозит, накатаю. Да, так что показал, как заводится вот так вот. Попробуем зажигание крутануть. И покажем, что там будет, как. Да, капот надо поставить. Холодновато, 7 градусов, а по ногам хреначит. Ладно, пойду монтировать вам. Будете сегодня смотреть.